Сегодня имя этого авиаконструктора известно всему миру. Названия его самолетов символизируют мощь и силу, красоту и совершенство аэродинамических форм. Созданное им конструкторское бюро является лидером мирового авиастроения. А начиналось все более 70 лет назад. Первые самолеты Павла Сухого в фильме «Оружие». В начале 30-х годов прошлого века в Советском Союзе работало несколько десятков инженерных коллективов, которые занимались разработкой авиатехники. Одним из самых крупных было конструкторское бюро Андрея Туполева. Оно входило в состав Центрального аэрогидродинамического института – ЦАГИ. Деятельность КБ была связана с разработкой тяжелых самолетов, торпедных катеров и аэросаней. Самое активное участие в проектировании туполевских машин принимал недавний выпускник Московского высшего технического училища Павел Сухой. Сухой Павел Осипович – выдающийся авиаконструктор, доктор технических наук, дважды Герой социалистического труда. Годы жизни 1895-1975. Родился в городе Глубокое, Вилинской губернии, в семье учителя. Во время Первой мировой войны прапорщик Сухой служил в пулеметной команде на Северо-Западном фронте. В 25-м году окончил МВТУ. После защиты диплома приглашен на работу в ЦАГИ. С 39-го года главный конструктор завода номер 135. С 54-го года главный конструктор ОКБ-51. Творческую деятельность Павла Сухого очень точно определяют слова «первый впервые». Когда он конструировал самолеты, во-первых, он стремился в них внести новое. И второе, что не просто новое, надежное. И вот здесь его конкуренты, они несколько опережали представление на государственные испытания. Он из-за вот этих надежностей и новизны отставал буквально, может быть, на месяц-два, может быть, чуть больше. Те допускались и шли в серию. Его самолет оказывался, может, не очень, не особо нужным и оставался как бы исследовательским. И на этом их биография заканчивалась. В самом начале своей конструкторской деятельности Сухой построил И-4, первый советский цельнометаллический истребитель. В начале 30-х годов на вооружении военно-воздушных сил Красной Армии состояли более 300 таких машин. Одна из модификаций И-4 стала составной частью летательного аппарата «Звено» конструктора Владимира Вахмистрова. Аппарат позволял увеличить радиус действия истребителей для прикрытия бомбардировщиков. Двухмоторный ТБ-1, который использовался в качестве своеобразного воздушного авианосца или авиаматки, нес на крыльях несколько И-4. В каждой из своих работ Павел Сухой проявлял инженерную зрелость и оригинальность мышления. Цельнометаллический истребитель-моноплан И-14, спроектированный в 1932 году, имел закрытую отапливаемую кабину пилота, гладкую обшивку и убирающийся в полете шасси. К сожалению, тогда эти смелые решения не нашли поддержки и понимания. Конструктор просто опередил свое время. Развитие боевой авиации в 30-е годы неразрывно связано с воздушными гонками и рекордными перелетами. Шло постоянное состязание конструкторов, машин и пилотов под лозунгом «Летать выше, дальше, быстрее». Летом 37-го года в книге авиационных рекордов впервые появилось имя Павла Сухого. К тому времени он уже руководил проектной бригадой в КБ Туполева. Сухой сконструировал РД, АНТ-25, первый советский самолет, специально предназначенный для установления мировых рекордов. При создании этой машины конструктор смог решить множество сложнейших проблем. Ведь мировая авиационная техника еще не знала одномоторного самолета с таким размахом крыла – 34 метра. В июне 1937 года экипаж Валерия Чкалова на АНТ-25 отправился в США.
Они, стартовав со Чкаловского аэродрома, преодолели непроницаемые туманы полюса неприступности, миновали Канаду и спустя 63 часа 25 минут после вылета, покрыв 8504 километра, произвели посадку на военном аэродроме в Портленде. Развивая идею создания дальнего самолета, Павел Сухой построил новую машину. Двухмоторный АНТ-37 конструировался как дальний бомбардировщик. Гражданский вариант этого самолета был превращен в рекордную машину и получил название «Родина». В сентябре 1938 года на этой машине летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Роскова совершили беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. За 26 часов 29 минут они преодолели расстояние в 6450 километров. Так был установлен международный женский рекорд дальности полета. Позднее Валентина Гризодубова так отзывалась о самолете Сухого. «Наша Родина была по тем временам замечательной машиной. Все физически тяжелые манипуляции выполнялись с помощью легкого нажатия на кнопки. Сейчас этим никого не удивишь, но тогда это было новшеством». За создание рекордных самолетов Павел Сухой получил орден «Знак почета» и собственное конструкторское бюро на Харьковском авиазаводе номер 135. Так появилась знаменитая в наши дни марка самолетов «Су». Первым из семейства «Сухих» стал ближний бомбардировщик «Су-2». Он был запущен в серийное производство и принимал активное участие в боях начального периода Великой Отечественной войны. Су-2 конструировался в рамках конкурса на создание многоцелевого фронтового самолета. Идею такой машины подал Сталин. На одном из совещаний вождь сформулировал задачу так. Самолет должен быть очень простым в изготовлении, чтобы сделать столько его экземпляров, сколько у нас в стране людей с фамилией Иванов. 27 декабря 1936 года вышло постановление правительства о постройке скоростного дальнего штурмовика-разведчика. Чуть позже в служебной переписке появилось и обозначение «Иванов». Когда во второй половине 30-х годов был объявлен конкурс на самолет с кодовым названием «Иванов», требовался самолет, который был легок в производстве и на котором могли летать летчики с малым опытом практической летной работы. Такой конкурс был выигран самолетом КБ «Сухого». На государственные испытания был представлен цельнометаллический двухместный самолет с мотором воздушного охлаждения. В конструкции машины использовались новейшие технологические достижения. Этот самолет отличался от своих предшественников тем, что в нем были впервые применены системы электроуправления самолета и большой просторной кабины, в которой находился летчик и стрелок. Самолет Сухого успешно прошел госиспытание и был запущен в серийное производство. Су-2 – легкий бомбардировщик-разведчик. Длина 10,5 метров, размах крыльев 14,3 метра, максимальная взлетная масса 4700 килограммов, силовая установка, двигатель М-82 мощностью 1330 лошадиных сил, максимальная скорость 486 километров в час, практический потолок 8400 метров, практическая дальность 910 километров. Вооружение. 6 пулеметов «ШКАС» калибра 7,62 мм, авиабомбы весом 400 кг, неуправляемые реактивные снаряды. Экипаж – 2 человека. Мощное вооружение делало Су-2 одним из самых эффективных самолетов ближнего действия. Вместе с фронтовыми истребителями Яковлева, Микояна, Лавочкина, штурмовиками Ильюшина, производство которых только налаживалось, Су-2 оказался в прямом смысле слова на линии огня. В первые полтора года Великой Отечественной войны он активно применялся на передовой.
Фронтовики дали самолету Сухого прозвище «барабанщик» за характерный резонирующий звук, который Су-2 издавал в полете. В полной мере машину оценили те летчики, которым довелось воевать на ней в зимнее время. Удобная, просторная, обогреваемая кабина с хорошим обзором позволяла полностью сосредоточиться на выполнении боевых заданий. А их было много. Су-2 поддерживал свои войска на передовой, штурмовал вражеские позиции, аэродромы и транспортные артерии. Позднее к этому добавились разведка и корректировка артиллерийского огня. К сожалению, массовым самолетом Су-2 не стал. Фронтовая судьба этого самолета была коротка, и это было связано с тем, что в 1941 году истребительная авиация Германии была очень сильна. И самолет, который не обладал хорошим оборонительным вооружением, существовать долго в этой обстановке не смог. Настоящим Ивановым советских военно-воздушных сил оказался штурмовик Ил-2, производство которого постоянно нарастало. Всего авиапромышленность выпустила 900 Су-2. Серийное производство этого самолета прекратилось в декабре 1941 года. Тяжелейшее положение на фронтах заставило направить все ресурсы на строительство других боевых машин. В послевоенные годы Павел Сухой стал одним из первых конструкторов, которые начали работы в области реактивной авиации. Под его руководством было создано несколько серийных боевых машин, которые поступили на вооружение военно-воздушных сил.